И снова всем привет, друзья, с вами канал Android Software. В сегодняшнем видео хочу сделать обзор на вот такие вот датчики утечки воды. Заказывал я их на AliExpress, цена составила 1000 рублей за все 4 штуки. Очень полезная вещь, я считаю, и она может пригодиться каждому в доме. Давайте 3 штучки уберем в сторонку, и на примере одного из них я вам все покажу и расскажу, как это работает, как выглядит. Приходит вот в такой он картонной упаковке, в простенькой. На коробке указаны его характеристики. Давайте откроем, посмотрим, что у нас находится внутри. Как он выглядит, данный датчик. Вот в таком пакетике упаковано все просто. Вот такой вот простенький датчик. Вот так он выглядит. Здесь кран нарисован и написано, что у нас звуковая сигнализация установлена в 90 дБ. Ну, сейчас мы это все посмотрим. Вот такая кругленькая, простенькая коробочка. Здесь у нас внизу имеются 3 стальные ножки. Вот так они выглядят. Видите, здесь 3 штырька. То есть данное устройство устанавливается у нас вот этими ножками вниз, когда у нас вода начинает капать, то есть вокруг, например, вот сюда вот пойдет или прям на него польется и замкнет между собой все ножки, и у нас получается будет срабатывать вот звуковая сигнализация. Так, давайте я открою датчик. Туда нам нужно установить батарейку типа кроны, то есть вот такую вот батареечку, чтобы у нас все заработало. Открывается довольно-таки легко и просто. Просто вот здесь вот на резьбе у нас выполнено. Откручиваем крышку. Здесь видим контакты, куда нам нужно подсоединить батарейку. Подсоединяем батарейку вот таким вот образом. Укладываем ее на место. Закручиваем крышку. Закрутили крышку. Так, все закрутили, и теперь данное устройство у нас готово к работе. Давайте я продемонстрирую, как оно работает. Для этого нам понадобится тарелочка. Нальем в нее воду и посмотрим, сработает датчик или нет. А теперь давайте сымитируем утечку воды. То есть, например, устанавливаем датчик мы, допустим, где-то под ванной. Ложим его там где-то под стояком. Не знаю, где вам это нужно. Далее, например, у нас происходит утечка воды. Ну, вот так вот нальем водичку просто. Буквально немножко. Все, и датчик сразу срабатывает, сигнализирует. И вы не упустите тот момент, когда вашу квартиру начнет затапливать. Очень полезная вещь. Выходит 250 рублей штука. Но советую брать по ссылке под видео 4 штуки за 1000 рублей. Так как можно закинуть, например, ну, одну под ванну, одну там где-то в туалете под бачок, одну на кухне и еще одну где-нибудь. Вот такое простенькое устройство, дешевенькое, которое может спасти вашу квартиру от потопа. Все 4 штуки я проверил, которые ко мне пришли, все работают. По времени работы батарейки, ребят, думаю, где-то будет работать от одной батарейки, ну, год, может, даже больше, так как здесь расхода никакого нет. Если, конечно, он у вас не будет постоянно пищать. На этом все. Вот такой вот у нас вышел сегодня обзор. Довольно-таки полезные вещи. Считаю, что она пригодится каждому в хозяйстве, так что не пожалейте какие-то копейки и приобретите себе вот такие штуковины. А я на этом с вами прощаюсь. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки, и всем до новых встреч.